Ребят, всем привет! Охота за налимом нас не отпускает. И мы сегодня приехали на вот такую вот речку. Речка уже довольно-таки весомых размеров. Сегодня в основном будем ловить на спиннинге, на донке. Взяли сегодня печеночку, как обычно, карася, выползка. Посмотрим, что налим здесь больше предпочтет. В общем, смотрим, друзья, что из этого получится. Ну вот, пометили место лова. Вот тут две палки, там две. Вон там Серега тоже свои выставит. Четыре. Тут такой периметр метров 30-50 возьмем. Ну а вот туда дальше доставим уже бутылочки. Так, ребят, ну что, у нас все по старой схеме. Груз, карась и вперед. Ну, достаточно, я считаю. Тут два крючка у нас. Печень и выползок. Выпуски хороши. Красотища. Вот такого характера она у нас будет. Доночка. Бум! Шакалака! Экспериментальная. Пришло время бутылок. Отлично. На что закидываешь? На выползка? Да. Есть шанс зацепить нормально. Серега, на карася. Во! Шикарнейший заброс. Я смотрю, растет профессиональный налимятник. У нас сегодня баранина, друзья. Наша любимая. Все выставили. Сколько у нас получается? 8 спиннингов и где-то бутылок, наверное, штук 10-12. Вот такая баранинка у нас, друзья. Лобой ягненок. Просто высшая. Просто высшая. Ребят, процесс пошел у нас. Угли, конечно, пока не ахти. Мы сейчас раздуем. Нормуль. Рыбалка на налима идет полным ходом. Костер на полночи точно хватит с этими большими олешками. Но донки пока молчат. Но еще только начало смеркаться. Баранинка медленно, но верно доходит. Скоро будем кушать, а то проголодались уже все.
утра никто ничего не ел. Что, друзья, все, баранинка у нас готова. Вот такая вот красота. Все, всем приятного аппетита. Просто ну как? Верх немеренный. Да. Ну как обычно. Да пожрем, короче, в принципе, можно ехать домой. Эх, после баранинки. Оно. У нас стемнело. 7 вечера. Костер у нас он неимоверно великолепный. Надолго хватит. Но, ребят, донки что-то пока молчат. Сейчас перезакинули. Ждем пока без поклевок. Да, ребят, короче, 8:30 уже. Поклевок как не было, так и нет. Сейчас пойдем проверять бутылки. Может, там что-нибудь присело. Аккуратно только. Ну как идти аккуратно? Тихо. Да не, видишь, там рвется что-то. Да подожди. Да не рвется, вроде нормально. Нормально. Все, поймал, отпусти, ребят. Давай его. Ушел. Ребят, ну что, 8:50 у нас. Вот одного прозрачного глиста сняли. И тишина. Сидим дальше, ждем. Че, ребят, доброе утро. Идем проверять с Серегой бутылочки. Донки так и молчали всю ночь. В общем, снимаемся, уезжаем. Дубак немеренный. Вот ее утащила. Трава какая-то. Тишь да гладь. Последний шанс, как говорится, по бутылочкам. Все, друзья, на этом рыбалка подошла к концу. Всем увидимся, до скорых встреч. Надеемся, в следующий раз повезет больше. Серег, попрощайся с ребятами. Всем пока.